Праздничная встреча в фойе роддома. Пока не выписка, а время поздравлений. Дорогие и милые наши мамы, произошло замечательное событие в вашей жизни. Чудо свершилось на Рождество Христово. Это действительно чудо. Чудо, когда Боженька одарил вас просто замечательными детьми. И сегодня в знак признательности, благодарности мы пришли поздравить вас от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цирилева и, конечно же, от главы города Константина Алексеевича Тихонова. Счастливые мамы Светлана Попова и Мадина Сулейманова с гордостью получают подарок памятные медальоны для младенцев, рожденному на земле Кузнецкой. Малышу Макару всего 3 дня. Дома новорожденного с нетерпением ждут папа, 5 братьев и 4 сестры. До сих пор не могу поверить, что мне столько детей. Но я безгранично счастливый человек. Дети – это моя жизнь. Это просто… действительно, женщина может быть счастлива только когда у нее есть дети. Самира – второй ребенок в семье. По срокам беременности ждали девочку еще в новогоднюю ночь. Появилась на свет в рождественскую. Это большое чудо, это большая радость. Наверное, не описать, не подобрать, наверное, таких слов, которые бы хотелось бы сказать. Не описать счастье безграничного, конечно. Слава Богу, что вот так вот получилось, что все хорошо, что здоровенькие, что родились в такой прекрасный день. Я думаю, что это знак свыше. В рамках акции «Родился ребенок» семьи получили по 10 тысяч рублей и памятные подарки от областных и городских властей. Акция проходит с 2000 года, в День матери, на Новый год, Рождество, 8 марта и в День защиты детей. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.